Воскресные покупки этой недели. Кабачки, которые мы все уже съели. Лимоны свеженькие. Картофель. В этот раз перчик красный я купила для салатика. Конечно же, огурчики. Вот такие вот длинненькие, тоненькие, вкусные. Груши желтые, они мягкие. Яблочки. Морковь. Продолжаем поедать персики, очень вкусные, сочные, клубнику, виноград, еще до сих пор сезон, помидоры. Так, и из нового, и вот начался сезон мандарин, там сейчас продают вот такие зелено-желтые мандарины. Еще не пробовали, наверное, кислятина, но почему-то так хочется чего-то цитрусового, иногда кисленького. Взяли килограмм по 35 лир, есть по 30 лир, в общем, ну, по 100 рублей с копейками. Все, 600 лир, 2000 рублей на все про все. Пишите, какие цены сейчас в России на овощи и фрукты. Я знаю, что бананы там очень сильно подорожали, где-то 150 рублей. Но здесь, в принципе, они стоят так же, чуть дешевле, наверное. По 40 лир, да, 120 рублей, 130 рублей здесь стоят бананы. В этот раз мы их не стали покупать. Вот. Хочу сделать фаршированные перчики. Уже не знаю, что готовить. Фарш у нас имеется. Перчиков купила. Будет очень вкусно. Вчера еще купили томатную пасту как раз. Так, ванну сегодня с утра уже успели отмыть, прочистить трубы. Теперь в планах отмыть плиту. Вчера готовила, позавчера готовила. Но я каждый день готовлю, естественно. Вчера у меня был гуляш с картофельным пюре из говядины и целая курица, запеченная в духовке. Потому что гуляша было мало, всего 400 грамм. Поэтому я сделала еще и курочку. А еще у меня борщ на обед. Так что вся еда у меня имеется. Плиту можно замачивать. Приятного аппетита. И постельное белье уже постиралось, кстати. Дядя, нам всем привет. То, что это его. 7 часов вечера. Дядя сказал, что его? Да. 7 часов вечера. И мы вышли прогуляться и выкинуть мусор. Муж травит анекдоты. Я вам что хочу сказать. У нас второй день. Аномальная жара. 40 градусов снова. Какой-то, я не знаю, муссонский ветер. Муссон, это же жаркий ветер. Какой-то, в общем... Муссон морской. А. Какой-то ветер с пустыни, не знаю, принес нам жару. Вчера мы не выходили из дома, потому что это было невозможно сделать. Печет так, что сразу моментально становится плохо. Сегодня тоже так же было у нас. На балкон выйти вообще невозможно. В общем, спасались от жары все выходные, суббота и воскресенье. С завтрашнего дня у нас вообще получается 29 градусов. Это просто прекрасная погода. Вот. 40 градусов, капец. Не выйти, не дойти до магазина, ничего, просто пекло жесткое, аж кожа, да, горела. Ой, в общем, пережили мы эти два дня. И наконец-то вышли прогуляться. Вчера смотрели сериалы, готовили есть, ели фильмы, мультики. Ой, в общем, все подряд. Вот. Но завтра будет полегче. Завтра пойдем с утра на море. И начнется учебная неделя. Как говорится, из чего дом построен? Из... Ага. И палок. Вот палки вижу. Смотрите, видите, какой грунт. Здесь была такая возвышенность. То есть дом будет, не знаю, это парковка или что. Какой-то этаж минус один. Вот так построили дом. Вот там стоит красная машина, Mazda, по-моему. И у нее 174 регион. А еще мы здесь тоже на районе видели еще одну машину, только на другой улице, тоже 174 регион. В общем, Урал, Челябинская область меня окружают здесь. Везде меня найдут. Даже в Турции. Так, муж пошел за водичкой в маркет. Здесь и цены приемлемые, кстати, такие же практически. Нет, ну, конечно, повыше, чем в магазине, но не такие бешеные, как в других местах.
Котик, ну что ты? Да, что такое? Что случилось? Ты такой... Ой, еще идет. Ой, вы, наверное, родственники, да? Черно-белые. Мяу-мяу. Ой, этот черно-белый, а это бело-черное. Давай тебя тоже погладим. Тебя тоже погладим. А вот еще один. Ты какой-то бело-черно-рыжий, да? Смотри, какой ты хорошенький. Да. Еды не надо, погладьте меня. Смотри, как вызвалось. А у тебя что там, животина? Так, упаковка из 4 жвачек. А я подумала, это 2 лиры? Это 10 рублей, ну меньше даже. Да это же бубль-гу. Это мама кошечка. Ну все, разбирайте. Ничего. Ой, ребята, вы что? Ребята, вы что, нас окружаете? Ой, еще один беленький. Это вообще кайфует. 4. Вот такие тетради здесь продаются, большие, в линейку. А маленькие, например, в клетку, но у них вот такие поля, 2,5 клетки, а на другой странице вот здесь поле. Вот так отличаются. И по русскому тоже так же, видите, внутри и слева. Так что наших тетрадей здесь нет стандартных, поэтому мы привозили с собой тетради. Бабушка нам привозила в косую линейку тетради, потому что здесь таких нет. Вот просто. Либо просто без полей. Вот такая клеточка. Без полей есть в линейку. Вечерняя рубрика. Что купили? Купили хлебушек свеженький. Так, в Мигросе мы были. Купили Алисе вот такой пенал для ее цветных стержней для рисования. А Кириллу купили вот такой пенал тоже для ручек, для цветных карандашей и фломастеров. Так, печеньки вот эти вкусные. К чаю 2 штучки. Воду выпили. Так, купили вот такую смесь для блинчиков, готовые уже 2 пачки. Купили детям на перекус какие-то вот такие, как они называются? Хлебцы, попкорн, со вкусом попкорна, наверное, не знаю. Так, я себе взяла шоколадку с цельным фундучком, ням-ням, утром с кофе. Перчатки хозяйственные. Так, гречка. Рис, османчик. Так, и здесь у нас химия. Бытовая химия. Купили гель для душа. У нас закончился. Гранат с чем-то. С каким-то рисом. Не знаю. Пахнет вроде ничего. И был по акции. Так, у нас закончился кондиционер для белья. Вот эта марка с мишкой очень популярна. Здесь реклама постоянно крутится. Вот этот красный пахнет вкусненько. Так, и чистящее средство для сантехники. Все закончилось. Сегодня все мыли, все закончилось. Кстати, плита чистейшая. Муж помыл. Мужу молодец. Спасибо, молодец. Так, Андрей. Все, просто дошли до супермаркета, погуляли там. Ужин у нас уже был. У нас время уже 9:30. Дети сейчас выпьют перед сном вот такой кефирчик. Маленькая такая упаковка, очень удобно и вкусный. У меня тоже кефир.
adore you all of the time. I got to Так, мы уже дома. Приехали мы на такси, потому что зашли в магазин, закупились минералкой большой, целых 6 бутылок. И снова у меня выросли цветы. Я вот здесь спрятала их в тенечке для того, чтобы они не сгорели вчера, позавчера в 40-градусную жару. Сегодня у нас 32, завтра тоже 31, а дальше уже идет на спад 28-29. И даже в один из дней дождь показывала у меня. Не знаю, сейчас показывает или нет. Но... А ночью уже даже 15-17. Это вообще прохладненько, так скажем. Вот так вот я убираю тут засохшие цветочки. И они заново начинают расти. Вот эти вот я отрываю. Что это за цветок? Кто-нибудь знает? Напишите, пожалуйста, мне название. Классный цветок. Смотрите, как часто он цветет. То есть это не как фиалка. Год я жила дома, она у меня год не цвела. Как только я уехала из дома, мне соседка шлет фотографию, что у меня вечно цветет фиалка. Но вот эти цветы, значит, они дружат со мной. Значит, мне надо узнать их название. Вот такие вот красавчики. Ой, слагаемое 2. Чему равна сумма, ребят? Разминка мозгов. 16. Перематываем. Сегодня, отлично, вижу, уже прям. Сегодня у нас тема урока метр. Предыдущая тема была миллиметр. Вот такие задания на распечатке. И уже нужно идти печатать на следующий месяц, потому что осталось только 2 задания. 1 метр, сколько дециметров? О боже, так тут еще и дециметры. В одном дециметре, Алис, сколько сантиметров? В одном 10? Дециметре 10 сантиметров. А значит, в метре? Сколько это? В метре дециметров. Если в сантиметров 100, то дециметров 110. 10? Ждем доставку питьевой воды. Ждем доставку еды. Из кафе заказали бизнес-ланчи. Вот закупились минералкой, она появилась снова в супермаркете. Вот, готовить уже буду только ужин, но ужин буду делать сегодня перчики фаршированные. Говяжий фарш. И достану еще куриное филе. Там грудка у меня осталась. Смешаю фарш, у меня будет говяжий куриный. Ну и рис, конечно же. Ну вот кто съел мороженое, оставил вот пустую упаковку мне. Классно, просто молодцы. Так, а вот и доставочка. Хлебушек. Это у нас суп куриный сегодня, да, ты заказал? Да. Еще была окрошка в ассортименте. Борщ. И борщ был тоже, да? Да, и чуть-чуть. Так, здесь у нас сегодня паста с курицей и грибами, ты сказал? Да. А где грибы и курица? Надо открыть. 3 одинаковые? Да. А еще что, десерт? Еще кусочек арбуза и салатик. Салат. А, вот, да, тут как фарш сделано. М-м-м. 3 порции, потому что мамка не ест никогда ничего. Так, и это у нас кафе называется Мандолина. Мы уже не раз не кушали, но еще можно здесь и доставочку заказывать. Получается, это у нас бизнес-ланч, да? 180 лир, да. 180 лир бизнес-ланч. Сюда входит суп, салат, второе, даже десерт и хлеб. Так что всем приятного аппетита. Буду кормить детей. Алиса делает математику, Кирилл читает. Потом у нас тихий час сегодня. Вот такая куриная лапша. Лапша домашняя. Курица, наверное, тоже. Да. И морковь домашняя. Жирненький, наваристый. И вкусный, и горячий. Так, второе уже остыло. Я подогреваю. Вот смотрите, какая порция. Целая тарелка. Вот так ты не скажешь. Получается целая тарелка второго еще. Порции хорошие, большие. Вкусного? Да и супа много. Приготовила детям перекус, полдник. Груши и персик. Они просто медовые.
Очень вкусные. Персик, просто я таких персиков никогда в жизни не ела. А груши тоже самое. Дальше. Перцы подготовила. Фарш. Здесь говядина. Здесь у меня куриное бедро. А не грудка. А, нет, грудка. Здесь куриная грудка, соль, головка лука. И это паприка. Рис я отварила до готовности. У меня вот он такой битый. Сечка, что ли, он называется. В общем, неважно. Он остывает. Сейчас все это смешаю и буду начинять перцы. Подлив я делаю классический. Томатная паста и сметана, как делала моя мама. Никакой зажарки я не готовлю. Никакой моркови, там, лука и так далее. Просто заливаю водой и потом в конце добавляю вот эту уже подливку. Очень вкусно. Где-то около часа будет все это готовиться. Ну, может, минут 45. Все, мои перчики готовы. Я их уложила. Ничего страшного, что они не стоят. А вот так, полулежа, ничего никуда не денется. Это я уже делала так 100 раз. Наливаем сейчас воды где-то примерно вот так. То есть больше чуть-чуть, чем половина перцев, чтобы скрывало. Ставим на плиту, доводим до кипения, солим воду. Еще здесь я отложила фарш, хочу его пережарить. И также добавить еще рис. А, рис я вот сюда весь опустила, так скажем. Нужно еще отварить рис, а хочу сделать начинку для блинов. Наготовить сейчас блинов, сделать начинку такую мясную с рисом. На завтрак. Очень будет классно. Соус готов, добавляем к перчикам. Итак, дорогие друзья, блюдо сегодняшнего ужина готово. Перец фаршированный с мясом, рисом, сметаной. Всем приятного аппетита. Аромат. Кто-то стучится, не знаю. К нам дверь. О, ничего себе! А как нашли? Ковер улетел с балкона? Это балкон. Когда еще было-то? Это с моего. Я еще сегодня такая думала, где мой ковер? Вот так вот. Ковер улетел с балкона, а мы с детьми сейчас гуляли. И я хочу с ними сделать вот такую поделку. Наконец-то я созрела и добралась. Здесь вот вырезала что-то типа банки. Надо только разукрасить, чтобы было понятно. А здесь у нас тыква. Прилепила скотч с обратной стороны. И вот все, что мы насобирали из флоры турецкой. Листочки, цветочки, веточки. Моя банка. Оливка. Вот. И сейчас мы будем доделывать, разукрасим, чтобы было красиво. Ну, почему бы и нет? Пока ходишь гуляешь, вот столько красоты разной находишь. Ну, естественно, тут еще по перышку из зоопарка. Сейчас будем... делать дальше. Еще хочу каждое перышко оформить тоже. Так, вот моя задумка с перьями. И здесь же фламинго. Очень в тему, мне кажется. И перышко от фламинго есть. А здесь же еще и попугай. Короче, здесь птичий уголок, Алис, у тебя. А вот что получилось подделка у Кирилла. Тыква. Если какие-то еще интересные цветочки, лепесточки мы найдем, то мы их вот так просто прикрепляем, потому что липкая сторона, она вот здесь, лицевая. Это его рисунок, это его супергерой. Так что здесь у нас будет галерея. Кирилл, может быть, давай вот это отлепим, Кирилл? Нет, он оторвался, но все равно. Вот что получилось у Алисы, баночка. Такими осенними запасами. Листик, перышко.
Всем доброе утро. Как я и обещала, сегодня с утра блины с начинкой. Вот здесь у нас будет мясная начинка. А здесь я еще потерла сыр, потому что Кирилл может откажется от мясной. Не очень-то он это любит. Поэтому еще есть сыр. Так, еще у нас есть варенье из инжира и из клубники. А еще и свежая клубника. Так, следующий подъехал. Блинчики для варенья, блинчики с мясом, блинчики с сыром. Дети уже позавтракали. Каждый съел по 3 блина. Ну, как я и говорила, Кирилл с мясом не стал есть. Он ел с сыром и с вареньем. Всем приятного аппетита!